Всем привет! Пришла очередная посылка с Китая, с сайта AliExpress. Вот так вот она выглядит, что-то здесь мягенькое. Сейчас мы скроем ее и посмотрим. Какие-то здесь шняшки непонятные. Здесь внутри пусто. О, здесь, ребята, очки. Заказывал я у данного продавца уже однажды такие очки. И он мне их с браком прислал. Там была царапка на стекле. Здесь вот вроде бы, не знаю, сейчас посмотрим. Здесь, по-моему, тоже какая-то точка присутствует. Но если сейчас она опять будет с браком, я больше не буду у него заказывать. Сейчас посмотрим, что это. Ну нет, вроде бы все четенько. Сейчас протрем, посмотрим поточнее. Ну есть все-таки небольшая царапка маленькая. Ну ладно, не буду я больше к нему придираться. И так чувак попал, наверное, на бабки. Там была очень большая царапка. Здесь она практически незаметна. И в принципе очень даже нормально. Очки не кривые, не косые, как это обычно бывает, когда заказываешь в Китае. Вот. Ну, здесь, в принципе, достойно. Вот здесь вот маленькая царапка присутствует. Вот тут вот. Вы ее не увидите, я ее сам с трудом вижу. Вот здесь только на свету. Ну, может быть, как-нибудь мы ее попробуем зачистить. Ладно, что есть, то есть. Так, давайте теперь поговорим о цене данных очечек, скажем так. Так, сейчас я их еще найду здесь. Ёлки-моталки. Что-то я их не нахожу. А, ну, наверное, да, что-то нету. Интересно, девки пляшут. Ну, они там стоили 100 с небольшим. А, вот они, все, нашел я. Нашел, ребята, все нормально. Не паникуем. Так, значит, заказывали мы их 27 мая. Кстати, доставка была быстрее, чем в прошлый раз. В прошлый раз они очень долго шли. Наверное, просто у него заказов дико много было, потому что я их брал в прошлый раз на распродаже. Там очень много оттенков, вот я брал себе именно зеркальные в черной оправе, вот там есть и в черной оправе, и в золотой, и в серебряной оправе, вот, и в принципе там и хамелеоны, ну в общем очень-очень много оттенков, я сразу их перечислять не буду, но там действительно, там их больше десятка. Ссылочку на продавца я оставлю, вы сами это все посмотрите и, в принципе, если надо, приобретете. Так, сейчас я вам скажу, сколько она стоила. Ну да, стоила она 105 рублей, сейчас она 107 стоит, немножечко подорожали. Ну, 107 рублей это не такие большие деньги. Заказов у данного продавца именно вот этих очечек. Вот. 10924 заказа, ну сами понимаете, это не шутка. Вот, и в принципе рейтинг у него высокий. Ну, мне в прошлый раз с браком прислал, я с ним поговорил, он все понял, деньги вернул, и я тут же заказал у него еще одни с надеждой, что вдруг он мне пришлет нормальные. А те же я отдал отцу, ему как бы все равно, там тоже небольшая такая царапка была, но она значительно больше, чем это была, и она прям была такая внушительная царапка. Ему, он сказал, мне все равно, мне и такие пойдут. Вот. Так что, в принципе, мне получились эти очки аж за 50 с небольшим рублей, так что, в принципе, нормально. Не бойтесь, если вам придут, то вот вы закажете такие очечки, и у вас будет с небольшой коцкой, не бойтесь, открывайте спор, требуйте, чтобы вам вернули деньги. Если же вам они очень нужны, заказывайте смело. Мне вот со второй попытки пришли
более-менее нормальный. Может быть, если бы я сейчас еще один спор открыл бы, может быть, бы мне пришли на третий раз уже вообще без косяка очки. Но я этого делать не буду, это и так уже китаец попал на бабки. Вот, так что, в принципе, нормально. Отзывов уже 7284 у данного китайца. Негативных отзывов почти нету. Тут, может быть, штучки 4 будет. Вот. Тут вес в декларации указывает. Стоимость очков 8 долларов. Тут пишет, что... Ну, в общем, кому как. Мне, в принципе, по-моему, он ничего такого не указывал. 1 доллар, по-моему, не указал. Да, вот. Нет, сейчас, подождите. Не видно, здесь заклеено. Не видно, все нормально, короче. Там, по-моему, 1 доллар у меня стоит. Ну, человеку не фартануло, наверное, декларацию там ему еще платить деньги, наверное, что-то. Не знаю, в общем. Он ему поставил двоечку за это. Вот. Я, в принципе, единичку поставил, когда мне прислали с брачком. Хотя даже деньги вернули. Но чтобы люди просто знали, если что, требовали возврат. Ну, все, здесь добавить нечего. Ребят, если очки вам понравились и вы хотели бы приобрести, можете проходить по ссылочке под видео, заказывать их. Очень дешево, 107 рублей, но это смех. У нас такие же вот очки в торговом центре стоят 1500. Ну, правда, здесь пластиковые линзы, там стеклянные. Ну, мне кажется, лучше вот такие каждый месяц менять, чем брать за 1500 и бояться их разбить. Эффект тот же. А что вам еще надо? Ну, вот сейчас кризис, сейчас надо экономить. На этом видео я заканчиваю. Если видео понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Всем пока.